Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу об автономности iOS 14.4 Beta 2. Итак, я ее протестировал довольно-таки хорошо, чуть больше 16 часов. Я в 6 часов снял телефон с зарядки, был на 100%, обновился где-то в начале 10-го, ну и видео опубликовал уже в начале 12-го у себя на канале, можете посмотреть. Что я заметил? Заметил, что система работает плавно, стабильно, батарейка довольно-таки хорошо работает. На этот момент у меня 31% заряда аккумулятора, и как бы очень хорошо я нагружал больше 6 часов активного экрана, и музыку послушал, и звонил много, и серфил в интернете. Смотрел видео, переписывался, чатился, монтировал видеоролики, загружал, слушал. Ну, короче, все, что возможно, я делал. И как бы довольно-таки достойно себя показало. Но обновляться не советую. Почему? Потому что это бета-версия. И как мы знаем, что даже релизные версии на разных версиях iPhone и, к большому сожалению, на новых версиях линейки iPhone 12 работают довольно-таки нестабильно. Поэтому я не советую обновляться. Советую обновляться только тогда, когда будет релизная версия. Я ее протестирую в основном, потом протестирую ее на автономность, и только тогда я могу рекомендовать. Сейчас я вам не рекомендую, потому что это бета-версия. Тем более для разработчиков, не публичная бета. Просто наблюдайте, смотрите, я буду тестировать на своем iPhone 10s, и как бы вы уже для себя будете отталкиваться, то есть какая у вас модель и какую вам версию лучше накатывать, лучше не накатывать. А чтобы быть в курсе, что нужно, подписка, лайк, комментарий, прожать колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!